вас я вижу георгиевские ленточки. Я поздравляю всех нас с Днем Победы, с праздником 9 мая, друзья. И всем вам желаю исключительно мира, чтобы во всех странах и на всех континентах был только мир, мир и еще раз мир. Я желаю, чтобы это яркое голубое небо, которое светит жаркое солнце, чтобы это было неотъемлемой частью нашей жизни. И никакая война, ни личная, ни общественная, ни финансовая, никакая другая нас не затронула. Давайте сохраним мир. И свою поддержку этой здравой мысли, одну очень известную песню, я думаю, ее точно знают все.